Он искренне поздравил семейную пару с наступающим юбилеем, который в народе зовут благодатной свадьбой, вручил букет цветов и общественную награду – медаль за любовь и верность. Секрет их семейного счастья – терпение и любовь, которые помогли воспитать двоих детей, трех внуков и пять правнуков. Мне выпало, скажем, счастье поздравить людей, которые отмечают 70-летний юбилей. Они прожили вместе, сохранили любовь, тепло и верность. И мы видели с вами, какие теплые отношения у них. Ирина Петровна познакомилась с Григорием Кирилловичем в Риге. Он пришел в орденах после войны, она была юной девчонкой. Они встретились в парке и через 2 года поженились. Прошли рука об руку немало испытаний. В 90-х приехали в Тамбов. Они по-прежнему молоды душой, любят веселые песни и имеют все шансы увидеть праправнуков.